Итак, ребята, с вами Коля Лиловый, и это первая часть прохождения игры Hammer Watch бета-версии. А так, медиум, медиум. А, да, что-то я затупил, это выбор персонажа, тут можно выбрать 4 персонажа. Рейнджер, ну, паладин, визор. Рейнджер, Варлок. Вот, я выберу Рейнджера. Так. Ну и легко приду. Зачем тебе жизнь усложнять? Так, вот, началась игра. А у разных персонажей разные способности, разное количество жизней. Деньги. Вот, у этого есть. Если я ничего не путаю, две способности. Ну, стрелять и ставить бомбы. Так, здесь есть карта. А на ней же показывается количество денег, которые у нас есть. Соберем тут. Оп, взорвали. Опять же, смотрите. Ну вот еще простые мобы. Убиваются с одного выстрела. А, смотрите, бомба. Она бы меня задела, если бы я был близко. Так. А цель этой игры — пройти. Ну, в общем, ходить по уровням и приходить на следующие. Сейчас соберу их, смотрите, хоп. Вот эта бомба жрет магическую энергию. А стрелы, они бесконечные, видите, как далеко летят. Это было ящик, не надо разбивать, вот, смотрите, яблоко. Оно исполняет жизни. Есть еще такие синие, ну, зелья, что ли. Они восполняют магическую энергию. Так. А в эту игру можно играть командой. Ну, до 4 человек, соответственно. Как по интернету, так и с одним компьютером. Так, все, найти надо только сюда, значит. Опс. А почему именно с Рейнджера я буду играть? Потому что он самый читерый персонаж. Не только по моему мнению. Потому что персонажи были все скорее продуманные, чтобы дополнять друг друга в команде. И когда играет один человек, некоторыми персонажами бывает трудно играть. Так, ну вот эти. Опс. Зелья не хотел выбрать, правда. Так, ладно. Ага, жуки. Но я даже не буду бомбу ставить, так целыми прыгаю. Вижу ключ. Деньги насобирать. Золото. Так. Игра, в общем, графонистая. Можно даже подумать, что игра старая, но... Но игра этого года. 2014. Так. Ну все, тут уже все забрал. На полной жизни. Магическая энергия. Так, советую идти. Смотрите. Хоп. Дверь открыл. Собрал побольше. Хоп.
Еще одну мину ставлю, или бомбу, вернее. Смотрите, сохранение. Оп. Чекпоинт. Да, вон. А, в ящике тут попалась. Бутылка маны. Или там еще куда-то золото. Чаще всего. Оп. А, так, надо восполнить. Нет, ударили первый раз. Так. Ну, на самом деле, их можно легко отметить, даже без таких бомб забить. Оп-оп-оп. А, там что? Монстров заранее забью. Видите, гусеницы это новые, следующие монстры. Они сильнее этих, по-моему, так. Потому что они, ну, стреляют. Где я этих могу забить, наверное? Так. Да, видите, урон ходит. Чем ближе монстр, тем больше урона ему наносится. О, он двоих убил. Получив сейчас гранату. Туда идти... А, хотя нет. Убью их, тут много. Это нам нужно золото было. Оп. Все, золото будет мое. На стадии бета-тестирования, и там недоступно многое. А, например, тут уровни еще не все добавлены. Оп. Да, тут всего, ну, не помню сколько уровней. То есть у нас есть больше, ну, должно быть больше. Убью этих следующих мышей. Так. Ключ, смотрите. Даже знаю, куда я с ним пойду. Та-та-та-та. Гусеницы, смотрите, сейчас они начнут меня стрелять свои, я не знаю, что это, свои зеленые жижи. Оп. А, чуть упали. Еще один ключ. Сколько же вас много? А, уйдите. Нет, вон. Уйди, противный. А. Так, возьму бутылку. Оп. А их могу обойти. Ага. Опс. Ладно, я их легко убиваю. Достаточно. Легко. Ну, конечно, это был легкую сложность. Так, вон вижу еще сохранение. Опс. Соберу тут бутылки, думаю. Никто возвращать не будет. Деньги, деньги, звук, деньги. Смотрите, еще монетка. Расскажу, смотрите.
Так. Гусеницы. Ой, жуки. Смотрите. Под секретный проход. Found the later. Или он. Не знаю, что это было. Все деньги, все золото, все будет мое. Так, все, я сюда пойду. Что? А, на меня нацеливается отряд гусениц. А, не дождетесь. О, не могу разворачиваться от их выстрелов. Помните, я оттуда вон выстрелил? Сюда. Так, ну тут еще можно бредить. Упс, бомба. Скиллы вроде жизни. Так. Я их просто как бы замечу сейчас. Еще ящики. О, смотрите, тут звезда. Там ключ. Я вижу летучую мышь. Это же Бэтмен. Деньги, золото. Так. Смотрите, чувак из Марио. Надо срочно пройти эту ложку. Оп. Ай. Вот, смотрите, как я и говорил. Так, один. Комбо. Я выучу. А все, даже денег хватает. Ой. Но все равно вижу там 3 яблока. Еще я могу нужно. Хотел бомбу ставить, но придумал. Так, стоять, крыш. Яблоко, яблоко. Сюда приду, наверное, да. Где же куча золота? Куча голды. И яблоко. Но у меня жизни полные, я не могу взять яблоко. А смотри, что слева. Там же... Золотое яблоко из Майнкрафта. О, и чел, который апгрейдит жизни. Наверное. Я у него не был. Но этот значок или значок здоровья. Так, выше. А. На золото.
что может быть прекрасней? Это еще плюс. Так, если кто не заметил, тут есть три вида ключей. Правда, я брал до тот один вид. Этот. И могли, правда, не заметить. О, я пришел на следующий уровень. И ладно, в общем, продолжу позже. Всем спасибо за просмотр.